Здравствуйте, ребята. Я в гостях у Зазы. Год тому назад я у него снимал. Внизу он голубей держит, но сейчас там девятиэтажка, вот там, там они сидят, голуби. И одна партия летает наверху. Ну что поделаешь? Он здесь в гараже держит внизу. Партия сядет, партия взлетает. У кого такое место, они знают отлично здесь. Ну, люди приспосабливаются как-то. Зоза, ты из крыши гоняешь? Нет, да, никогда не поднимаешься. Зоза мой... Как знакомый? 3 года тому назад я с ним познакомился, но сын парня, которого я с детства знаю. Мой кореш был, вместе росли. Рядом наши корпуса были, но во дворе, когда выходили, всегда вместе играли. И зять моих близких очень друзей. Ну, что поделаешь, 3 года тому назад я только с ним познакомился, он сыновья мне приходится. Вот он. У нас есть море, Тбилиси, да, спасателем работает. Познакомься, поздоровайся. Здравствуйте. Я снимал здесь, ребята. В прошлом году у него чуть разные птицы были. Другие, ну, совсем. Я ему кое-что подарил. Сейчас остальное посмотрим. Летные голуби, ребята. Летают. Это белый Зоза какой? Босоногий или? Лохмоногий вообще. От меня лохмоногий, видите? Отдельно. Отдельно летают, отдельно. Сами взлетают, уходят. Я зашел в гараже, где у него голуби, и снимаю. Thank you.
Там соли выступают, видите, как голуби едят. Чайки тоже печатные. Совсем другая птица. Прошлогодние съемки, ролики, если посмотрите, здесь большинство босоногие были, а сейчас лохматые. Вот здесь я сяду, вот здесь носи близко, брат. Восемьдесят процентов моей головы здесь. Он мне говорит не только красивый, но и говорит то, что погнал. И летает, и играет. Дикар, гость.
старопородный грузинский. Белый лохмоногий. Всем пока, до свидания, ребят. Приблизительно я снял.